интерферометра. Главная идея интерферометра в том, чтобы сначала разделить свет на две траектории, по которым он может идти, а потом соединить свет с этих двух траекторий и посмотреть, как он интерферирует сам с собой, то есть как его траектории отличались, были похожи, как они изменились за путь, когда он двигался. Один из таких возможных способов сделать это следующая установка. У нас есть источник света, который направляет свет. На его пути ставим разделитель лучей. Свет двигается вверх и прямо. Здесь ставим по зеркалу. Одно зеркало тут, одно зеркало тут. Свет отражается. И здесь, в том месте, для того, чтобы соединить свет опять назад, мы ставим снова разделитель лучей. Да? И тогда свет может двигаться на два пути. Вверх и вправо. Где мы ставим по детектору. Это будет наш первый детектор. Это будет наш второй детектор. Давайте посмотрим все возможные траектории, по которым свет может двигаться, и посмотрим, что с ними происходит, каким образом там вещи происходят. Значит, первая траектория, по которой свет может двигаться, я теперь буду ее обозначать красным, да, это такая траектория. Свет зашел, пошел наверх, отразился от зеркала. И отразился еще раз. Пришел на разделитель лучей. Ой, пришел на первый детектор. Вторая траектория. Свет пошел. Отразился от разделителя лучей. Отразился от зеркала. И пришел на второй детектор. Пройдя сквозь разделитель лучей второй. Третья траектория. Свет пошел. Прошел через разделитель лучей, отразился на зеркале и прошел насквозь. И, наконец, четвертая траектория. Свет пошел, прошел сквозь разделитель лучей, отразился на зеркале и отразился от разделителя лучей. Теперь я разными цветами обведу эти траектории. Значит, у меня будет первая самая траектория, красная останется. Вторая траектория будет желтой. Третья траектория будет синей. И четвертая траектория будет зеленой. Да, теперь попробуем поанализировать, что происходит со светом на этих траекториях, когда он летит, как там, что будет происходить и так далее. Смотрите, главная идея, которую вам нужно знать, что при каждом отражении, да, когда свет изменяет свое направление, так, его стрелочка вдруг поворачивается на пи на 2, плюс пи на 2. То есть стрелочка из горизонтальной становится вертикальной, да? Такая идея, ну и так далее. Теперь, когда свет двигается по своей траектории, конечно, его стрелочка крутится. Но из-за того, что длина вот этого куска и этого куска, и, соответственно, этого куска одинаковые, то свет на разных траекториях, когда он двигается, одинаково прокрутит свои стрелочки, то есть он одинаково, его волны пройдут или одинаковое количество шагов он сделает. Поэтому мы можем представить, что его стрелка не крутится во время движения. Но, конечно, нужно представлять, что она крутится в других более сложных случаях. Теперь будем делать наш анализ, когда, значит, свет у нас изменяется на пи на 2 с каждым поворотом. Значит, первая траектория плюс пи на 2, дальше опять плюс пи на 2 и опять плюс пи на 2. Да, в сумме получается плюс 3 пи на 2. Это значит, что стрелочка теперь смотрит не вверх, а влево. Да, я даже специально красным ее обозначу. Теперь стрелка смотрит влево. Посмотрим теперь вторую траекторию.
Плюс пина 2. Плюс пина 2. И дальше он уже не отражается. Поэтому в сумме плюс пи. Это значит, что стрелка теперь на желтой траектории смотрит вниз. Да? Третья траектория. Только в одном месте плюс пина 2. Значит, стрелка на синей траектории смотрит вправо. И, наконец, четвертая траектория. Свет отразился один раз. И еще раз. Значит, здесь он тоже плюс пи. И стрелка на зеленой траектории смотрит тоже вниз. Теперь нам нужно совместить те траектории, которые приходят к одному и тому же детектору. Посмотрите, первый детектор находится вверху, второй детектор справа. Вверх приходят всего лишь две траектории, они у меня в первом столбике. Вот эти вот две траектории приходят вверх, видите? Поэтому их мне нужно совместить. Ну, посмотрите, на одной из них стрелка смотрит влево, на другой из них стрелка смотрит вправо. Смотрят в разном направлении, как мы говорили, правила, значит, они уничтожают друг друга. Значит, детектор 1, то есть детектор, который вверху, никогда не будет пищать. Смотрим, что происходит со вторым, со второй парой. Видите, здесь на каждой из траекторий стрелки смотрят вниз, да, в конце концов, потому что там было одинаковое количество, одинаковое количество отражений, да, вниз и вниз. Соответственно, эти траектории усиливают друг друга. И здесь детектор 2 будет всегда получать сигнал. И поэтому то, что мы будем видеть в реальной жизни, как мы будем видеть все, я обозначу дополнительным светом, чтобы видно было розовым, да, свет входит в разделитель лучей. Дальше он идет и здесь, и здесь. Допустим, мы можем даже представить, что мы ничего не знаем, что здесь происходит. Но что мы точно видим, что в конце концов свет выходит только сюда, только на второй детектор. И первый детектор никогда не получает света, а второй детектор его получает. Это главная идея этого разделителя лучей и интерферометра.